Так, сейчас будет Хонбац. Я на Хонбаце не играл, я не знаю, я не играл в нем в шестом сезоне, по-моему, ни одной катки не сыграл на Хонбаце, поэтому еще посмотрим, что будет. Хонбацус. Ну давай посмотрим, что будет. Ну чё, народ, погнали нахуй! Ой, спамеры, а, ой, спамеры. Я помню, когда Хонбац был очень сильным, очень сильным. Розыгрыш будет проводиться в конце стрима, ребят. Что-то я рано поставил, да сколько они там стоят, я забыл. Сколько стоит Вардик? Ну, 60 секунд, это нормально, нормально. Oh my. Что нужно для розыгрыша? Быть на стриме, ребят. Здорово, Вадим. Спасибо, спасибо, удачных каток, спасибо. Oh my. Oh, you touch my ta-la-la. Спамеры. Вы лучше бы так подписывались и этот, ну там денежка бы можно было бы. У нас в этом месяце, кстати, очень мало донатов, я не знаю почему, что случилось. Хз вообще. Так. Начало года, ну кстати, да. Что, змеюку не забанили? Я на соло Ниган играю, чат, все. Откладывает на ДР твое. Ой, Берил, было бы классно. А селф-промоушен на стриме можно? Как тебе сказать? Это понятно, что танкс. Вообще мы можем его убить, кстати, если он его запулит нормально. На тебе в дубинкой. Я просто, может быть, не совсем понимаю, что вы имеете в виду под словом self-promotion на стриме. Это вы как себе представляете, должно выглядеть? Мне нужен прыжок. Так, все, теперь можно пойти попробовать гангануть. Обезьяна, в принципе, способен на early ганг. Если они нормально отыграют. Вот сейчас на дуо. Нет, аккаунт, насколько я знаю, нельзя перенести. Ладно, фармим до ульта тогда. Я так понимаю, то, что никто не хочет поддерживать ирлиганки. Как же я давно не играл на Хонбаце. У него, кстати, анимация атаки не самая удобная, на самом деле. Просто если бы он прямо вот так палкой бил, было бы гораздо удобнее, если честно. А что там, братик, у тебя все плохо, да, если... Не понял. Нет смысла даже пытаться с магом передамажить крипов. Делаю арты. В смысле, продаешь арты? Не, мы не торгуем. У нас все на, так сказать, на этих, на добровольных начинаниях. Thank you.
Спасибо, спасибо за подписку, ребят. Он забрал, интересно, синий? Не, не забрал, смотри. Блин, у меня нет ульта. Был бы ульт, Кукулькан был бы уже мертвым давно. Я его не вижу даже. Понял. Понял, принял. А этот Тор уже убил, и поэтому он даже, по-моему, ультой убил. Он побыстрее фармит, чем я, конечно. Ну, ты что, издеваешься, что ли? Нет, надо сапог. Без сапога гангать такое себе. Так. Кого бы первого гангнуть? Блин, Йормунганда вообще не хочу гангать. Но что-то ему Ника так навтыкала жестко. Что вроде уже и хочется. Но если он не уйдет, я его, наверное, убью. Хотя, смотрите, как получается. Ульт на него работать не будет же, правильно? Ульт на него работать в теории не будет. Или будет? Надо проверить. Нет, будет. Просто если бы я не с ульта заходил. Ну и у него же, блин, вот это то, что он под землей, типа этот. Ого. Офигеть, очень много урона нанес мне. Я даже тройку не успел. Ой-ой-ой, как же хорошо, дядь. Все хорошо было. Но он умрет сейчас. Да, да, я так и думал, то, что он на ульте убежит, поэтому я говорю, особо нет смысла гангать. Я вот один раз гангнул, и в следующий раз ганглю только в, ну, в том же случае, опять-таки, если у него не будет хп. Не, Тор сейчас жесткий, ребят. Но мы ждем патча, как бы. Все ждут патча, его понерфят. Ой, блин, что я делаю, господи. Он не успел, блин. Да, да, я знаю. Потому что у него мало хп было. Если бы у него было гораздо больше хп, мой бы ганг захлебнулся, так сказать. И был бы бесполезный просто. Поэтому не хочу идти его гангать, если честно. Но это законно, вот это разве? Видели, сколько урона? Больше 50%. А кто, по твоему мнению, самый слабый убийца? Самый слабый убийца. Слушай, да я даже не знаю, но мне кажется, Раванна. Раванна, он не слабый, но он относительно остальных убийц, да, слабоватый, конечно. Он также может ломать лица, как остальные, не знаю, но мне как-то... Может, мне просто не нравится. Ну как, мне нравится? Он, мне не нравится, он в лейте. Меня это прям калят. Раванна в лейте такой. У него сильная ирли и слабый лейт, поэтому, не знаю, спорный такой убийца, конечно. А, я понял, окей. Раванна топчик, но он слабый в лейте, понимаешь? Его проблема только в лейте. Вот они опять дерутся, я не знаю, пойти помочь. Я сейчас выхилюсь от крипов хоть чуть-чуть. Маны. Но в теории есть шанс, конечно, убить. Хорошо. Хорошо, хорошо. Йормунганда нужно давить. Я объективно считаю Нику слабее, чем Йормунганд. Нужно его давить жестко вообще. Он не слабый Йорм, он почему-то то ли варды не ставит, то ли он даже не думает о том, что я могу гангнуть прийти. Мне кажется, как-то так у него в голове. Потому что Йормунгандов обычно не гангают из-за их ульты.
Типа это максимально, ну, бессмысленно. Минус, минус вулкан, да? Понимаю. Он тройкой тебя увидел, но он не увидел. Он не увидел. Равана уже не воин, уже давно. Уже давно не воин. Так, я объективно сейчас должен просто перефармить Тора. Что я сейчас и делаю, вроде бы, пока что успеваю. Но только из-за джангла, не из-за гангов. Не, давайте дофармим до этого. До трансценденса. Все, дофармили, можно идти за трансценденсом. Торультон. А вот кому, кроме Равана, меняли еще кому-нибудь роль? Гуан, но Гуан был танком. Вулкан был танком. Давно. Вулкан был танком, Гуан был танком. Аид был танком. Блин, не знаю, кому еще, если честно. Камазотцу что меняли? Камазотц как был убийцей, так и остался им. Что ж ему меняли? Немезида была воином, да. Немезида была воином, стала убийцей. Что, когда он успел? Хорус? Это Хорус? А, он меня увидел вообще, фиг знает откуда. Локи был магом, нет. Если и был, то на каких-нибудь альфа-тестах, наверное. Выбери мне богиню для следующего. Богиню именно, то есть девочку? Тогда Серкет. Вообще нарисуй меня в стиле, в смайтовском стиле, в своем стиле, и я буду рад. Запущу прям с рекламой, если будет круто нарисован, если прям я буду. Амазос был в войнах? Не, не был никогда. В эту игру норм играть только танком. Нет, но танком было бы круто играть, конечно. Не, девочка, меня не надо рисовать еще. Такие пушки крутые у этого вулкана, конечно, в этом скине. Так, пора бы вообще дуо гангануть, но что-то... Как я на левел Тору опережаю, не понимаю. Братишка, братишка! Я попытался. Попал единичкой, это ля. Была бы Артемида с бородой, но можно даже так. Давай, давай, Йормунгана надо. Ну он меня просто прижал. Я не мог отойти, блин. Я видел то, что ульт летит. То есть уки, блин. Ходи, мать, а то умрешь. Минус Ника, я так подозреваю. Нет, они под таверку даже не зашли. Лол. Это рофлан, конечно. Ну что, Хорус в роли? Так нет, у них Хорус, это саппорт. Или кукуха? Нет, кукулин мид. Кукулин. У них АДК это этот, Гера. АДК это Гера. Музыка такая спокойная, что я прям не знаю, что даже сделать. Но Гор с Герой, да, стоял. Гор саппорт, он ходит ротейтить, как вы видите. А, Гера АДК.
А когда я первый раз умер, что-то я не помню этого. Почему у меня две смерти, алло? Давайте гонгонем его, давайте убьем его. Здесь вард стоит. А Тора, да, умер? Ой, там Тор ворвался. Я умер, дай мне щит! Мы так хорошо разультились, но типа щит мне не дали. Он тебя сейчас просто двойкой убьет. Он просто почему-то этого не хочет делать. Да, вот это ульт. Плащ Гидры, ну да, наверное, да. Ну, мы нормально, да, ультанули с Гебом. Вообще, если бы там был не только я с Гебом, а кто-то еще бы был на поддержке, мы бы вообще бы там развалили вот их троих за секунду бы. Потому что он их одновременно застанил, а я ультанул прямо в этот момент в них троих. То есть там столько контроля влетело, сколько они вообще даже, не знаю, представить себе не могли. Так. Йормунганд хочет еще раз, чтобы я ультанул в него. Гидробилка тебе нужна. Ой, Берил любит-то учить играть, а. Я надеюсь, что у него просто жопа сгорит на самом деле. Знаете, это тоже такой момент. Можно додавить человека настолько, что он реально будет тильтить всю команду. Не, пока второй релик мне не нужен особо. Вот шо-шо, а второй релик мне точно пока не нужен. О, гидра нужна, да. Признайся, что забыл. Да нет, не, не забыл вообще. Я видел то, что обезьянка отпрыгнула. Все хорошо. Нет. Да блин, ну камон, ну вулкан, ну сыграй, пожалуйста, ну хоть что-то сделай. Этот вулкан просто стоит, я не знаю, он ничего не делал, он вообще убил хоть кого-нибудь. 2-3 у него, монетку он собрал. Какая тебе монетка, блин? И умер там лишь. Очень слабый вулкан, очень слабый вулкан у нас. Я знаю, что хороший, я знаю. Это я так, чтобы хоть что-то сказать. Он правда, он не отыгрывает. Вулкан очень слабо отыгрывает. Он как будто бы ничего не делает. Он типа у нас есть, но типа его и нету в этот момент, вулкана. Да, вы вдвоем многое дефендлите там. Сейчас я Gold Fury просрут и таверку справа, чекайте. Штаворки уже нету. А, ну ладно, Gold Fury спасли, ладно. Чё ж у них за привычка просто лезть? Вот чё там Ника делает? Чё там Ника делает-то? Ульти. Ультовщик. Фулл хп.
ОДК Гера, да вообще жесть. Как они могут проигрывать на дуо, я не понимаю. Да, Gold Fury нужна нам. Вот сейчас, когда Тор там жив. Не, ну вообще не могут, да, в принципе. Не, зачем? Выбор богов забайт, это капец. Ага. Я бы вообще такой бы, ему бы криты бы собрал. А, нет, смотри, забрали они Gold Fury без этих, без проблем. Да мне столько всего нужно на самом деле придумать. Мне очень много... Очень нужно много придумать, что и куда добавить. Нет времени, я из-за роликов, типа, из-за роликов сижу, постоянно делаю что-то и, типа, не могу поменять систему рангов там и все такое. Хотя идеи есть, но их нужно додумать, чтобы в чате интереснее было. Все, я уже не могу, нужно поменять музыку, а то меня сейчас вырвет. Здорово, Темпи, здорово. Ой, опять забыл. Вот сейчас забыл, правда. Сейчас забыл второй релик. Да, тут согласен. Ой, да ладно. Хорошо. Господи, хорошо. Йормунганд там ультанул, да? Все, он там остался. Фу, вот это замес. Да, 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 пролез. Я же говорю, забываю. Хорошо, сейчас было хорошо. Неплохо он ульт слил просто так. А, да, точно, блин, да забываю про эту штуку, конечно. Неудобно, не могу еще привыкнуть к этому релику. Блин, но все равно на Хонбате очень комфортно играть. На Хонбате очень комфортно играть. Так, нужно придумать, что еще взять. Либо крит какой-нибудь, либо что-нибудь с дефом. Я бы с дефом взял, конечно. Вообще некомфортно на мартишке играть, серьезно? Не знаю, он очень сильный. Ладно, убил, убил. Тора убил. Хорошо. Да, можно и плащ на антиконтроль взять, но, блин, там очень много контроля. Нас... Давайте за замесом посмотрим. А то я так сам смотрю стримы, мне крайне не нравится стримы смотреть, когда чувак забивает на визуал и такой, типа, закупается, там еще что-нибудь. Закупиться всегда успею. 332.
Давайте, давайте, выжечите его. Есть прыжок? Есть прыжок? Тебе кулдаун поднимут в следующем патче, давай. Давай, давай, поднимут. Понял. Ее убей хотя бы. Хорошо. Настреливай, настреливай кукулькану. Да, 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 да. Давай тогда вместо сапога возьму плащ. Но он воин, он должен выдержать. Там тем более два жирных против него. Ваншоты в ответ будут, согласен. Далеко ушли они? Станчу, наверное. А, хотя нет, станчу. А, чтоб Тор сюда не прилетел. А чем он? А чем они изобрали? А чё это было, чат? Вы видели? Нет, тут видишь, в чем прикол? Может потерпеть в плане того, что моя задача будет с ульты ворваться и убить какого-нибудь дрища. Для этого я взял бицы, как бы, плащ мне особо не поможет. Спасибо за поддержку. Спасибо за полтинничек. Ник неизвестный, ник неизвестный, без комментария. Это папа. За донатил папа, спасибо большое. Папа пытается байтить на донаты. От стопудово, папа, спасибо большое. Стопудово не подписался. Вот так. Так, I will ward. Я иду. У него очень быстро ульт откатывается. Вот я с чего горю, когда играю против Хунбаца. У него очень сильно ульт откатывается быстро. Очень сильно говорю. Очень быстро. И это очень круто. Ну, когда ты играешь за него, это очень круто. Понимаю. О, блин. Ладно, сейчас выдержал атаку. Сейчас выдержал атаку. Каким-то образом, не знаю, правда, каким. Вульт залетел неудачно. Как ты выжил? Профессионально. Так, 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 так. Щит Геба. Он разве кинул, да, мне щит? Я даже не увидел в замесе, я пытался пытался разрулить ситуацию в свою сторону. Тогда нормально, тогда нормально. Очень много урона. Здорово, Виталий. Здорово, спасибо большое. Смайт катать будешь? Ну, так хороших тебе каток тогда. Если я эту не проиграю, то я сегодня ни одной не проиграю. И это круто. Я топ голда, да? Топ убийств, топ голды, да. Очень много фармлю. Ну давай попробуем через банку сразу сыграть. Не будем сильно этот. 300 секунд она мне даст, в принципе, подраться. Потому что сейчас чисто в теории должен быть замес. И у всех есть ульты, и у меня все есть. Мне нужно Геру выцепить. Или какой-нибудь Тора, я не знаю.
Очень много урона. Кукулькан уже вторую игру или третью мне попадается, которая не промахивается в меня ультой, и меня это калит. Но она умрет, скорее всего, да. У нас есть Аполлон вообще в этой катке? Вот он пришел и что? Что он делает? Только из-за пассивки, господи, только из-за пассивки. Показать скин на Фенрира пернатый зверь, если сможешь. Ну, в смысле, в игре показать? Или у меня его просто нет, не куплен он. Что ты делаешь, Геб? Не, трейшена маловато. Не, нормально, нормально. Все, вместо сапога будет, наверное, мантия. Нет, рыбнок, так я и говорю, с чего вдруг мало-то. Что ты делаешь, вулкан? А, Ника уже подоспела. Ну все, кукулькана надо ловить. Я умер. Да ну просто поддержите меня, ёп. Привет, Маря. Ну почему она не пошла просто? Говорит, да конечно, говорит, да меня бесит просто. Просто бесит такие люди, которые так в смайт играют. Ну просто зайди и все. Нику терпеть даже не могу, когда она просто рядом за меня играет. Просто рядом за меня играет. Даже в таких случаях я Нику терпеть не могу. Зато Аполлон Голд Фьюри убил, блин. Ай. Вот этот самый никчемный персонаж в смайте, вот этот вот. Вообще не нужна она в этой игре. Не нервничаю, я говорю. Да юзни хоть что-нибудь, она просто ждет. Кайф. Хорошо, что Аполлон хотя бы Феникса спушил. Давай. Умник, блин. Ай, Аполлон сюда за мной бежал. Атакуй! Ульти туда в них. Господи, насколько они никчемно играют. Это просто жесть. Насколько они никчемно играют, я просто не представляю. Да, да, нам очень нужен этот сейчас СВГ. И лаги, у меня про лаги, вы видите? У вас тоже про лаги? Вы чувствуете, как лагает? Я прям чувствую. Я знаете, почему говорю? Потому что я чувствую в себе силу, но не чувствую силу в своих сокомандниках, которые просто ничего не делают. Как-то так. Я не знаю, как объяснить, но как-то так это работает. Короче, давай... Не знаю. Не знаю, я даже не знаю, что взять такого. Я вообще хотел мантию раздора взять. Как насчет мантии раздора, чат? Кого я спрашиваю? Придвин. Не, Придвин не хочу. Почему-то мне на нем не нравится Придвин.
Так, Майгран, ты остаешься там буков демон на домину или что? Я не понял. После этой катки. Ну, на убийце такой себе впитывать урон на самом деле. Когда домина? После этой катки. Да я уже думаю даже какой второй артефакт заменить. Надо ретрикать. Или не ретрикать. Понимаю. Давайте, сейчас пипец еще будет. Сейчас мы титана убьем. Атакующики, атакуют они. Заатаковали, пошли в жопу. Ой, вот это катка. Ну, за такое можно, конечно, лайкусики в смайте ставить и подписываться. Ля вообще. Это катка.